скажете, и вообще должна ли молодежь выходить на такие акции, почему? Безусловно, важна, потому что это будущее нас и нашей страны. Я хочу дожить до пенсии. А учитесь, работаете? Нет, не учусь, но еще работаю. Но как в Октябрьске, мне 17 лет. Угу. А вообще перспективы у школьников, выпускников какие, на ваш взгляд? Большой спектр действий, любое будущее на выбор. И пенсия? Пенсия, дожить будет на пенсию.